В эти дни в Иркутске проходит юбилейная 25-я агропромышленная неделя. Традиционно в ней принимают участие сельхозпроизводители и крупные предприятия Приангария. Течья продукция высоко ценится не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. В этом году рассказать о себе приехали представители из 13 районов Иркутской области. В честь Ангарского округа представили 10 пищевых и перерабатывающих предприятий, а также Союз садоводческих некоммерческих товариществ и клуб «Академия на грядках». Если кто-то, кроме традиционной продукции, не мог ничего представить, вот импонирует то, что Ангарск выставил новую линейку своих продуктов высокой степени готовности. Вот, там, по-моему, до 5 наименований. Это гульши, которые можно приготовить в течение 5-7 минут. Вот. Печень, вот, каши гречневые, ну и еще ряд. Вот. Вот новая продукция, которая появилась на нашей территории. Стоит отметить, что Ангарский округ неоднократно становился лучшим представителем агропромышленной недели.